Всем привет! С вами компания Росproperty. Мы находимся в Турции, в автономном Аланийском районе Махмутлар. Здесь мы ради комплекса, который был построен в 2015 году, расположился всего лишь в 350 метрах от Средиземного моря, имеет инфраструктуру в виде открытого бассейна с детской зоной, детской площадкой, баскетбольной площадкой, зоной отдыха и барбекю, фитнес-центром, финской сауной и турецким хамамом. А наш пентхаус находится аж на 12 этаже. Стоимость его вы узнаете в конце видео. Сейчас мы с вами поднялись аж на 12 этаж, чтобы рассмотреть пентхаус, который имеет 220 метров квадратных. Слева от меня расположился один из двух санузлов. Далее одна спальня. А сейчас мы с вами проходим в кухню, совмещенную с гостиной. Пентхаус у нас состоит из двух этажей. Сейчас мы находимся на втором. На первом у нас расположились еще две спальни. Как вы поняли, пентхаус у нас имеет планировку 3+1. Кухня у нас расположена по периметру одной стены, имеет все необходимое пространство для вашей будущей бытовой техники, корпусную мебель. А сейчас мы с вами проходим в гостиную зону. Гостиная зона у нас имеет большое пространство для того, чтобы установить здесь зону отдыха, поставить диваны. Также, как вы видите, здесь очень много света за счет большого количества панорамных окон. И из гостиной у нас есть два выхода на большую террасу, которую сейчас мы вместе с вами рассмотрим. Терраса у нас очень большая. Здесь вы можете организовать зону отдыха, поставить детскую площадку, бассейн. Также с этой террасы открывается потрясающий панорамный вид на горы. Вы только посмотрите. Также с этой террасы открывается частичный вид на море, который позволяет нам определить, что здесь действительно 350 метров до песчаного пляжа Махмутлар. А сейчас мы с вами отправимся на первый этаж, чтобы рассмотреть оставшиеся две спальни. Слева от меня расположился второй вход в пентхаус, получается на 11 этаже. Там уже есть шкаф для вашей верхней одежды и обуви. А сейчас давайте рассмотрим спальню. Справа от меня расположилась одна гостевая спальня, либо же детская. А сейчас мы с вами рассмотрим хозяйскую спальню. Здесь у нас есть гардеробная. Также свой собственный санузел с ванной. Все необходимое пространство для вашей будущей мебели. Как вы поняли, квартира у нас продается без мебели, но наш постпродажный сервис вам все поможет здесь установить по собственному вкусу. Также во всей квартире у нас есть точечное освещение, LED-освещение. И в спальне у нас есть выход на большой балкон. Пойдемте посмотрим. Балкон у нас угловой, его вы можете застеклить, организовать здесь отдельную комнату. Также с него открывается такой же потрясающий вид, как и на втором этаже. Понравился пентхаус? Заходите на наш сайт rosproperty.ru и вводите номер объекта 7354. А стоимость за 220 квадратных метров пентхауса на сегодняшний день составляет 94 тысячи евро. Понравился обзор? Ставьте лайк. В комментариях задавайте вопросы, если они у вас еще остались. Не забывайте про колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий жизни в Турции. И помните, компания Rosproperty дает гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции. До скорого!